Не с русским. Не фонтан. Ты куда? Не-не-не, ты так... Ой, как красиво! Вот это был Юпитер и утренняя птаха. Так, сейчас я, наверное, беру с этого булыжника штатива, иначе нам удачи не видать. Да, я, конечно, дико извиняюсь за эти дергания при попытке навестись. А что ж ты будешь делать? Куда ж ты деваешься все время? Ну, надеюсь, сейчас все будет хорошо. И надеюсь, у нас так, наверное, облачко нашло, куда-то резкость вообще пропала. Да, 100%. А может, просто уже слишком светло, так-то я облачко не вижу никакого. Ну, эти дымки бывают. Ну, справа. Не, наверное, на экране уже не видно спутников. Справа два спутничка. Да, это наш шикарный обман. Ну что ж, не балует нас лето. Возможности мы для съемок. Да, да, совсем уже плохо все видно. Так, сейчас выдержку уменьшу, может, добавит нам контрастности. И убавит нерву. 1:60 себе озвучиваю. Было 1:30. Скачки не нравятся. Не трогаю, пускай так. Вскарабкивается вверх. Сейчас и спутнички успеют, наверное, появиться пока. Движение по экрану – это вращение Земли. Движение Юпитера вокруг Солнца, конечно, тоже есть, но оно незначительно. Да, он увидел Ганимед. Ладно, хорошо. Пожалуй, этого достаточно. Совсем там сизая дымка пошла. На улице уже совсем светло, а у нас сегодня 13 июня 2021 год, Харьков, 688 миллионов километров до Юпитера. 4:27 по Киеву, Харьков. Не могу себя заставить выключить фотоаппарат. Просто рука не поднимается. И даже палец не поднимается, кнопку нажать. Просто нет никаких сил. Ой, ну конечно, надо. Уже как может Юпитер показывает, что надо вырубать, и лучше в наших отношениях на сегодня позади. Или нет.
Ёлки-моталки, да чё ж классно-то. 1:60. Полосы на Юпитере, ну я не знаю, в окуляр, но я их посчитать могу на пальцах. Ну не могу просто потому, что у меня нет столько пальцев. Не в том смысле, что у меня их недостаточное количество, как для гуманоида, а в том смысле, что полос гораздо больше, чем 10, чем пальцев на руках. Несмотря на свои работы в столярке, пальцы у меня и в четном количестве, и в достаточном. Ох! Спасибо тебе, птичка. Ой, тебе тоже спасибо. Как ты колорита нам добавил. Вот, а я выключаться хотел. 15 минут, это типа уже 13 минут ролик. Это уже, наверное, два ролика. 13 июня 2021 год, Харьков. Если кто забыл, я в третий раз, по-моему, уже назвал, да? 4:29 по Киеву в Харькове. И у нас уже трамваи подключаются к съемке утренней. Хорошо, пошли по домам. Или подождем, еще один дублик сделаем.